Сережа, я люблю тебя из зала, а? Друзья, для вручения награды Сергея Лазарева на сцену приглашается главный редактор и программный директор русского радио Борис Владимиров. Шучу, Владимир Борисов! Они сейчас выйдут двое, это мое начальство. Дайте аплодисменты, я умоляю вас! Когда-то, когда Сергей ко мне пришел и сказал: «Володь, послушай, пожалуйста, EP я выпустил». Я сказал: «Я уже послушал, там очень крутая песня «Третья». Он говорит: «Да, мне она тоже нравится». Я говорю: «Следующий фокус-сингл должен быть он». И вот он получает граммофон. Надо сказать, что песня «Третий» была первой, которая получила золотой граммофон за этот год, потому что она приближалась к первому месту, но мы не успели получить за эту песню награду в прошлом году, и вот она теперь, эта статуэтка у меня в этом году. Спасибо, хочу сказать, авторам этой песни, Олегу Влади и Павлу Позникину за замечательный хит «Третий», и огромное спасибо всем слушателям, которые много-много лет голосуют за меня на русском радио. Спасибо золотому граммофону. Это мой 10-й юбилейный граммофон. Поздравляем. Да, поэтому для меня это тоже очень важно. Огромное спасибо, я не буду занимать ваше время. Прекрасного вам вечера. Спасибо. Спасибо, Русское радио. Спасибо.